Надо бороться действительно до конца. Контратака «Динамо». Ой, классно, как все! 5-1. Да, «Динамовцы», конечно, разорвали сейчас на скорости. Это было здорово. Это было красиво. И самое главное, это своевременно для «Динамо». Они могут вот этими шайбами сейчас успокоить, конечно, немного «Локомотив», который шансы вроде бы получил. И что, меняет Егора Гуськова? Да, и здорово получилась вот эта контратака у «Динамовцев». Никита Луховской становится автором заброшенной шайбы. Действительно, вот так вот очень быстро перешли из обороны в атаку бело-голубые. Нет, Луховской, Луховской передачу отдал, делал. Да. Да, да, прошу прощения, Луховской делал передачу. Но тут отдал, открылся, да? Классика. Хорошая, добрая классика в исполнении Александра Кисакова. И получает он от Луховского передачу. Пятая шайба Кисакова за «Динамо» в этом плей-офф.